Всем привет! Сегодня 20 марта, воскресенье. Вот на той неделе снимал птенцов. Вот так они подросли за недельку. Вот 4 штучки тут от желтой пары. Такие вот крокодильчики. Уже там выглядывают, наверное, скоро вылетят. Сейчас посмотрим в следующих тут гнездах, что у нас творится. Здесь вот 3 штучки. Тоже здоровенькие. Уже на днях, наверное, будут вылетать. И сейчас в следующем. Там, я думал, 4, а там, оказывается, 5 штук. Вот такие вот крокодилы. Вот зобики полные. Получается, там будет 4 желтых. И один зеленый. Он тоже здоровый уже. Я ему разъел кольца. Вот колечки одел там. Сейчас направо надел. Такие крокодильчики. Ну, вот один зеленый тут каким-то чудом попал. Ну, вот ты как раскрыл. Забой полный, а просит еще. Так что прибавление уже есть. Здесь у нас на вторую кладку пошли. Сейчас тоже посмотрим, что там творится. Это здесь вот, которые птенцы сейчас были. Вот в этих 3 домиках. Вот зелененькие уже сами начали клевать. Ничего не просят. Ладно, смотрим, что здесь у нас. Так, вот самочка вылетела. Вот здесь у нас уже 6 яиц. Вот это от которых сейчас зелененькие вылетели. Сюда они вот здесь и были. Переместились сюда. Здесь и вроде как синие у меня гнездятся, но еще ничего не отложили. Да, вот яйцо вареное с морковкой. Вот они спустились сейчас. Поклюют, пойдут птенцов кормить. Там зелененькие уже сами едят. Наверное, на следующей неделе я их отсажу. Потому что на вторую кладку пошли у родителей. Чтобы они не мешали, пересажу к самочкам. Стесняются меня еще.
птенцов кормить? Нет, не полез. Все, залез, сейчас покормим. И дальше полезет за морковкой с яичком. Наши самочки. Самечки. Там у меня пары сформировались, две. Посмотрим, что там получится. Здесь растут вовсю. Беленький, интересно, какой будет. Тоже в линьке весь. От синей пары. На улице у нас весна, снежок еще лежит, но уже тепло. Вот там кое-где подтаивает. Ну а на этом все. Всем пока.